Здесь нельзя грустить, зато можно бесконечно отрываться, смеяться и танцевать. Комедийную оперу Жака Оффенбаха решили поставить в Геликоне, чтобы в эти непростые времена нам всем стало немного веселее. Задача была, чтобы удовольствие получали зрители и артисты во всем. Поэтому мы, конечно, сделали русский текст. Я благодарю сценаристов и драматурга Марину Скалкину и Шуру Никитина, автора русского текста музыкальных номеров, за то, что сделали очень легкий, быстрый, стремительный спектакль, в котором, надеюсь, каждый зритель получит большое удовольствие. Камерные залы и декорации позволяют сразу погрузиться в атмосферу солнечного острова. Артисты в нарядах по моде ярких и дерзких 60-х, а в нужный момент костюм трансформируется. Так вот почему мне всегда было неудобно в девчачьей одежде. Рожденного парнем девчонкой быть не заставишь! Именно вот как это психофизически, именно телесно как это выстроить, это ну, пришлось много искать и думать, как это сделать так, чтобы это было именно, с одной стороны, воспитанная девочка, с другой стороны, внутри, так сказать, буйный подросток парень. Поэтому, да, сложно. Это опера про любовь и свободу, про принятие и выбор. И все это под соусом безудержного веселья. Этот спектакль, он очень маленький. Он идет час всего. И он весь состоит из изюма. Здесь даже нет изюминок, потому что здесь просто такой настоящий виноград. На солнечном острове Тюльпан рады всем. Пропуск к веселью и смеху – хорошее настроение.